Бали – одно из красивейших мест в Индонезии. Это остров магии и таинственных культов, природного великолепия и красочных церемоний. Здесь природа гармонично сочетается с самобытной индуистской культурой. Широкие рисовые террасы, поражающие своей яркой зеленью, кокосовые пальмы, вулканические горные вершины, тропические джунгли, кристально чистый океан, белые песчаные пляжи, озера и загадочные храмы создают неповторимый пейзаж островов. Не случайно Бали считается одним из лучших мест для отдыха в мире. Отдых на Бали – это наслаждение красивейшей природой, знакомство с вековыми традициями и обрядами острова, тончайшие вкусы и ароматы балийской кухни, а также комфортабельные отели для самых взыскательных гостей. Путешествуя по Бали, посетите главную святыню балийцев – потухший вулкан Гунунг, находящийся в центре острова. Здесь расположен священный храмовый комплекс, которому более 1000 лет. Пройдитесь по священному лесу Сангех. Это 10 гектаров, сплошь поросших мускатным орехом. Балийская культура потрясает воображение естественностью, разнообразием красок и обилием церемоний. Бали традиционно называют театральным государством. Ведь танец и драма с незапамятных времен играли главную роль в жизни балийцев. Вас также поразят изделия народных умельцев. Резьба по дереву, гончарное искусство, скульптуры, бесчисленные картинные галереи в Убуде, коллекции украшений из серебра и золота, секреты которых передаются из поколения в поколение. Большая часть курортов Бали сосредоточена в южной части острова, по соседству со столицей Денпасар и международным аэропортом. Отели, принадлежащие к лучшим гостиничным цепочкам мира, в основном расположены на 4 побережьях. Нуса-Дуа – самый престижный и респектабельный район острова, Кута – самый оживленный туристический район, и Джимбаран – уютный курорт для туристов, ищущих уединения. А также Санур – популярный у семейных пар с детьми и людей, предпочитающих тишину и спокойствие. Лучшее время для отдыха на Бали – май, июнь, июль и август. В эти месяцы выпадает наименьшее количество осадков, а средняя температура воздуха – плюс 26 градусов. Для въезда в Индонезию гражданам России и стран СНГ необходимо получить визу. Она оформляется на срок до 1 месяца в посольстве Индонезии и обойдется вам примерно в $10 США.